Дорогие друзья, сегодня мы будем готовить с вами порционное заливное, которое украсит ваш праздничный стол и поднимет вам настроение. Дорогие друзья, здравствуйте! С вами сегодня Елена на канале «Найди свой рецепт». Сегодня мы готовим прекрасное блюдо. Оно украсит любой праздничный стол. Его можно просто приготовить быстро. Если вам надоели какие-то салаты, еще что-то, и вы хотите удивить своих гостей, сегодня мы приготовим заливное, или как еще его называют, быстрый-быстрый холодец. Заливное у нас готовится из разных видов мяса, из разных видов птицы. Можно приготовить из языка, из рыбы, из чего желаете, с любыми добавками. Можно украсить заливное вот горошком, кукурузы, красным перцем. Вот такие прекрасные перепелиные яйца сегодня мы украсим наше заливное. Для заливного обязательно понадобится желатин. Желатин, как обычно, мы берем свежий. Фасовка желатина разная. В основном в одну столовую ложку входит 15 граммов желатина. У нас в нашей упаковке 20 граммов. Положено 15 граммов залить, или же одну столовую ложку залить одним стаканом воды. Мы берем две пачки, их высыпаем, даем нашему желатину постоять и набухнуть. Воду мы должны использовать кипяченую, холодную. Так как у нас больше нашей пачки желатина, значит, вот стакан 300-граммовый, я его выливаю и даже нисколько не переживаю, что этого будет много или мало, получится в самый раз. Второй стаканчик тоже я выливаю. И немножечко вот постараюсь вот наш желатин вот так вот замешать, чтобы вот он не был одним комом. Вот как бы такую вот однородную структуру создать, чтобы вот он хорошенько у нас разошелся. Так, желатином мы закончили. В таком состоянии я оставляю наш желатин на 30-40 минут. В принципе, если он свежий, хороший, достаточно 30 минут. Иногда, когда я даже тороплюсь, я 20 минут. Так, и следующее. Мясо мы помыли, вымыли очень хорошо. И я его выкладываю вот в нашу кастрюльку. Здесь у нас филе без кости. Можно использовать, в принципе, с косточкой мясо. Готовится... мы взяли индейку. Готовится индейка примерно... Ну, вот красное мясо, оно готовится час где-то. Но мы будем готовить меньше, чтобы оно у нас не разварилось, чтобы... Будем смотреть по готовности. Где-то минут 40-45. Обязательно мы должны залить водой. Довести до кипения, чтобы наше мясо закипело, из него упадет такая пенка, эту всю пенку мы должны слить. Первый бульон, он не годится, поэтому я заливаю нашу индейку водой и ставлю на плиту. Заливать много не надо, вот достаточно, чтобы вот так вот просто прикрыло, чтобы вот все пенки, все сошло, чтобы в нашем бульоне их не оказалось. Я ставлю на плиту и довожу до кипения. Мясо наше закипело. Мы сейчас сливаем весь бульон. Я даже вот промою мясо, чтобы вот эти всякие пленочки нам не попадали в наше заливное. И мы будем продолжать с вами готовить дальше. Так, мы залили наше мясо водой. Сюда я залила воды где-то 1,5-2 литра. Плюс-минус, ну, чуть, наверное, 600 литров, вот так. Так, чтобы у нас был бульон в достатке, чтобы он нам пригодился в дальнейшем для нашего заливного. Также я кладу морковь, кладу половинку головки репчатого лука. Кладем мы это для того, чтобы наш бульон был более прозрачный и, конечно же, имел обязательно вкус. Вот три лаврушечки кладу и несколько горошков душистого перца. Готовить мы будем наше мясо на невысокой температуре, чтобы оно у нас не разварилось. Вот у нас 4 деления, я примерно ставлю его, вот до кипения довожу на троечку, а потом даже уменьшаю и буду готовить на двойке. По времени это где-то будет, ну, вот как я уже говорила,
все вместе составлять будет 45 минут. 15 минут прошло, еще 30 минут мы будем готовить нашу индеечку. Время прошло, желатин очень хорошо наш набух. Важно очень его растопить правильно, так чтобы он не подгорел. В принципе, здесь ничего такого сложного нет, но вот температура должна быть не самой высокой. Мы, пожалуй, сделаем это на троечке, не на четверке, а на тройке. Я вот так вот помешиваю, чтобы он не пригорел ко дну. И просто как бы даем ему растаять. Не кипятя, доведем его до кипения, чтобы вот практически он у нас закипел. А здесь в соседней кастрюле у нас варится, он варится вместе с мясом, практически тоже уже готов. Обязательно я подсаливаю. И буквально вот еще минутки 3-4 я буду выключать и выкладывать мясо для того, чтобы оно у нас остыло. Желатин наш вот весь растопился. Вот-вот находится на стадии закипания. Я его, пожалуй, выключаю, чтобы он у нас, не дай бог, не закипел. И мы выкладываем на тарелку мясо и будем его остужать. В наше заливное я взяла красный перец, чтобы оно у нас такое было яркое, нарядное. Взяла баночку кукурузы и взяла баночку зеленого горошка. Обязательно жидкость мы сейчас сольем. Перец я нарезаю кубиками. Вот стараюсь как можно кубик сделать мельче. Но вот чтобы вот кубик получился достаточно мелким, конечно, нужен перец не с такой толстошкурой, а более тоненькой шкуркой. Вот желательно выбрать, чтобы не такие толстенные были у нас кубики. Так, я выкладываю наш перчик. Мясо я порезала кубиками. Ну вот, желательно его не переваривать, чтобы его было удобно нарезать. Как бы кубик должен быть красивым таким, не лохматым никаким. Какое количество мяса брать? Вот, на две пачки желатина, на нарядный стол, вот человек на 10. Я взяла килограмм мяса, я беру так обычно. Килограмм говядины, килограмм вот сегодня индейки. Мясо мне очень понравилось, мы его редко кушаем. Но вот сейчас скажу, что после сегодняшнего рецепта я его буду брать. Так, я порезала мясо на кубик. Его выкладываю к овощам. И также еще один такой вопрос, который редко кто готовит заливное, спрашивают, какое соотношение должно быть овощей и мяса. Соотношение выбирайте, пожалуйста, вы по своему вкусу. Я беру примерно равное отношение овощей. Вот я взяла один перец, сюда выкладываю вот такую небольшую баночку горошка. Вот, как мы видим, примерно соотношение одинаковое. И также вот сейчас я высыпаю кукурузу, чтобы излишняя влага с нее сошла. Сюда же я выкладываю наше мясо. Так, выкладываю кукурузу, вот, если есть жидкость, то она как бы сошла. Так, и сейчас мы переходим к жидкой части нашего заливного. Бульон. Бульон у нас получился красивый, прозрачный, ароматный с помощью наших добавок. Его мы обязательно процеживаем. Вот я взяла обычное сито, туда постелила, бинтик у нас был, и через наш бинтик и сито я просеивала. Процеживала. Какое соотношение бульона и желатина нам брать? Как нам правильно рассчитать бульон и желатин? Если вы желаете вот моментально приготовить, вот чтобы быстро, через 2 часа у вас заливное было готово, концентрация должна быть 1:1. То есть мы взяли 2 стакана желатина и, соответственно, 2 стакана бульона мы берем. Если вы готовите вечером и вам нужно как бы бульончика побольше, вот у вас такая большая миска получилась, как у нас заливного, вы хотите всех угостить, значит, соотношение можно делать 1:2. Мы берем 2 стакана желе и сюда добавляем 4 стакана нашего бульона. Просто я вот меряю одним стаканом. Наливаю в стаканчик бульон
И вот такая вот мерка. Я, конечно, это делаю на глаз. У меня глазомер очень развит. Если вы не можете, то, конечно, лучше мерить вот такими стаканчиками. Я примерно, знаете, даже сделаю не 4 стакана бульона, а сделаю 3 стакана, чтобы у нас такое заливное, очень много овощей содержится, чтобы оно было достаточно плотным. То есть я добавлю 3 стакана бульона для нашего заливного. Мы добавили 2, и еще 1 стаканчик бульона я добавляю. Так, ну все, думаю, достаточно. Мы как следует перемешиваем все. Вот как раз уложилось. Полная-полная кастрюлька у нас получилась. Я как следует перемешиваю бульон и желатин. И у нас он готов. Сейчас мы будем с вами раскладывать наше заливное. Формы могут быть самые разные. Мне очень понравилась форма, которую я делала себе на день рождения. Форма эта для каждого такая... единичная, порционная, то есть вы взяли это заливное и сами по себе его скушали, то есть для каждого человека эта порционность идет. Очень удобно вот в таких вот домашних чашках приготовить заливное. Я тщательно перемешиваю наши вот все ингредиенты. Очень красиво смотрятся наши овощи с мясом. Обязательно к ним мы добавляем зелень. Зелень может быть любая. Я добавлю зеленый лук, можно петрушку добавить, очень хорошо добавить укроп. Зелень придаст еще больше цвета. И я начинаю вот наше заливное раскладывать по мисочкам. Раскладываю полную, так чтобы вот оно было насыщенное, полное. И немного вот оставлю где-то, я не знаю, в чашке какая-то часть для нашего бульончика. Вот столько вот я оставляю. И сразу же вот сейчас хочу показать вам, как я буду заливать. Так, давайте. Так, заливаем. Так, первое заливное наше готово. Сейчас мы приготовим заливное вместе с перепелиными яйцами. Они очень красивые. Я разрезаю яйцо пополам и кладу его вниз разрезом, чтобы оно красиво сверху смотрелось. Вот, одного яйца на одну порцию достаточно. И я продолжаю засыпать наши порции и готовить наше праздничное блюдо, которое очень украсит стол, которое понравится и которое рецепт у вас обязательно попросят. Заливаем. Так, и следующее готово. Яйца можете добавлять сколько хотите. Они красивые. Если у вас вдруг нет вот таких перепелиных яиц, можно обычные куриные использовать. Ну вот они такие миниатюрные, очень красивые. Заливное мы разложили по формам. У нас вот столько много получилось. Сейчас нам нужно его охладить. Я убираю его в холодильник, ну вот желательно хотя бы часа на 3. Сейчас вечер, я убираю его до утра, как бы утром оно будет готово. Заливное наше простояло ночь в холодильнике, оно вот так вот подмерзло очень хорошо. В принципе, оно могло бы и дома очень хорошо подмерзнуть, но мы его убрали в холодильнике. На дома прохладненько. Как вытащить, вынуть вот наше заливное из нашей формы? Можно, в принципе, опустить форму нашу вот в горячую воду, и чтобы оно побыстрее вышло. Я просто ножом провожу вот по краям нашего заливного. Ничего здесь сложного нет, как бы вот так вот края немножко отодвигаю и выкладываю просто на тарелку. Вариант этот очень проверенный. Готовлю я таким способом давно. Вот можно немножечко подмочь чуть-чуть. Вот, пожалуйста. Вот такая красота у нас получилась. Готовьте с нами, украшайте свой праздничный стол, создавайте настроение. До новых встреч, ищите свои рецепты и не забывайте, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал.